Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь» продолжает собирать красавиц со всех уголков страны. В концертном зале «Могилев» прошел отборочный этап, на который съехались девушки со всего Приднепровского края, чтобы побороться за право стать самой красивой девушкой Беларуси. Я работаю художественным руководителем в городе Быхов. Я закончила Могилевский государственный колледж искусств, специальность режиссуры народных обрядов и праздников. Вот. Моему начальнику пришло письмо, я прошла отбор в Быхове, вот, и, собственно, попала сюда. Я как бы не сразу узнала о конкурсе, потом к нам вчера приходили, как бы ходили, говорили о том, что проходит конкурс, и так как я проходила по параметрам, я решила попробовать себя. Скажи, пожалуйста, впервые ли участвуешь в таких конкурсах или уже? Недавно совсем я проходила кастинг в модельное агентство, я его прошла, но так как не хватает немножко времени, так как я учусь во вторую смену, я не могу туда ходить. У себя в университете, я мисс университет, участвовала в «Королеве весне» в Минске среди студенток Беларуси в конкурсе, признана самой талантливой студенткой Республики Беларусь. А волнуетесь перед этим конкурсом и как боретесь со своим волнением? Ну, я думаю, все волнуются. Я просто стараюсь улыбаться, поэтому волнение уходит. А как ты считаешь, мисс Беларусь, кто она? Мне кажется, это высокая, умная, достойная девушка. Ты подходишь под эту роль? Ну, возможно, да. Могилев стал третьим областным центром, в котором проходят кастинги. Критерии отборочных этапов «Мисс Беларусь» не отличаются от других конкурсов красоты. Приглашаются девушки возраста от 18 до 24 лет с хорошими внешними данными и ростом не ниже 174 сантиметров. У конкурсанток не должно быть пирсинга и татуировок. Претендентка должна не только обладать хорошими внешними данными, но и быть талантливой и не бояться показать себя и свои силы. Если говорить о поколении, которое приходит сейчас на конкурс, я хочу сказать, что оно достаточно уверенное поколение, достаточно смелое, и мне кажется, вообще уже ничего не боящееся. По режиссуре конкурса предусмотрены некоторые нововведения. Во-первых, он набирает больший масштаб, соответственно, и есть современные тенденции, которые будут использованы. Это будет не столько модельный показ, мы уходим от этого, мы уходим в хореографию. Это будет достаточно такая сложная, большая постановка, чем и усложняется участницам процесс подготовки. Каждая красавица хороша по-своему, и у каждой есть шанс занять самый желанный для всех девушек титул первой красавицы страны. Но чтобы стать ею, участницам необходимо пройти несколько этапов кастинга. Знакомство с отборочной комиссией, дефиле в купальнике и участие в фотосъемке. После всего девушкам, которые пройдут все этапы, предстоит сразиться в полуфинале. И важная информация. Кто не успел посетить кастинг или же решил снова попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Беларусь-2018», отборочная комиссия предлагает испытать удачу во второй раз на кастингах в других городах. Финал пройдет 4 мая в Минске. Победительница конкурса красоты, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получит денежный приз. Алина Бабурко, Леонид Сикорин, 2 канал.